Усовершенствоваться, учиться у своих родителей, у старших, у учителей. Какое счастье для человека быть человеком взрослым, который достиг полноту познания своего Творца. Какое счастье для человека быть взрослым человеком, которого, или пожилого человека, которого ждется совета и мудрости. И достояние для человека житение скверное и старость во Христе, который человек достигает. Какое счастье иметь возможность прославить своего Творца, потому что мы чадца Божии, и мы знаем своего Бога, мы знаем, как Он действует в нас, внутри человека, в его души, в его сердце, как нас наставляет, как нас укрепляет, как иногда отступает от нас, когда мы пытаемся что-то не так делать, как нам говорит наша совесть, наш любимейший ангел-хранитель. Какое счастье человеку иметь возможность наслаждаться радостью жизни, дышать этот прекрасный кислород, смотреть на дивные дела Божии, которые Господь человеку дает, но и всегда иметь в своем уме Священное Писание и те заповеди, и те слова, которые Господь дал человеку, потому что Он человеку любит. Он настолько любит человека, кто больше радеет о славе человека, чем о своей славе. Он настолько снисходительный, что даже распялся, претерпел позорную смерть, оплевание и избиение, даже вошел в ад, испытал тайну смерти и дал нам отверстие рая, открыл нам дверь рая, дал человеку эту прекрасную, дивную задачу, чтобы мы, как Он сказал, что Он есть путь и истинный живот, и следили за Ним. Блажены детки, которые имеют возможность прославить своего Творца в храме Божии. Смиренно просим вас, примите маленькие подарки от лица Владыки Панкратия, от лица всех наших сотрудников, наипаче от нашего сладчайшего, любимейшего Господа Иисуса Христа. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Иисус 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 воскресе!